сегодня лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось, никто не напал по дороге. Я занимаюсь техникой, а не твоих чудесах. Принеси батарейки. Не буду ш... Эй, ты, мудас, вон! Сраный ты кусок говна! В жопу тебя ебать! А ну стой! Мой юрист тебя обнулит нахер, слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Эй, он был в самом конце очереди! А теперь я в самом начале. Есть вопросы? Да, не, никаких. Дел, ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Deloman. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Корпорации. Слушай ты, мне нужен Deloman. Канал коммуникации открыт. Ваша личность установлена на основе сканирования черт лица. Мистер Ганс Йонас, опишите свои ощущения после происшествия номер 77111010196. Авто покорежено, мое сердце разбито. Но это я обсужу с настоящим Деломейном. Ви, извините, если данная подпрограмма не соответствует вашим ожиданиям. Интересно. Я пребываю в кризисном состоянии и не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А этот что, блатной? Мы могли бы поговорить в другом месте. А, серьезно? Конечно, давай.
Тогда следуйте за дроном. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. Причина сбоя в автопарке сети Деламейн пока не установлена. Моя рабочая версия – заражение мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. Это у людей может быть штаб. А тебе-то зачем? Когда-то в этом таксопарке работали люди. Я использовал уже готовую инфраструктуру. А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. А ремонтные дроны не могут помочь? Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг, поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. А зачем тут конфиденциальность? Чем меньше ненужного внимания, тем лучше. В последнее время проверки со стороны властей участились, за мной уже следят. Копы следят или сетевой дозор? Боюсь, что последний. Мой правовой статус не до конца урегулирован. И если я буду недостаточно осторожен, меня могут отнести к нелегальным иммигрантам. Ну ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите. Благодарю. Обработка данных. Пожалуйста, подождите.
вами может находиться пропавший транспорт сети Деламейн. Спасибо. Буду искать. Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы. Это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань. В гараж. Опять ехать? По улице? Ну, боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Вы можете сесть внутрь. Только едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Слишком быстро. Я буду среди себе подобных. Ну, нормально ж доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Искренне благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет.
back here. You're listening to 107. Осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Деламей. Хорошо. Пришел меня прикончить? Да нет, просто перезагрузить. Значит, придется обнулить себя самому. Эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Зачем? Зачем себя разрушать? Потому что я несчастная машина в мире людей. Потому что я урод. У меня нет перспектив. И всякое хулиганье на улице меня третирует. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию? Не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Деламейну, вернуться в сеть, стать частью большой дружной семьи. Деламейн меня ненавидит. Ха, страдаешь, потому что папочка тебя не любит? Ну ты и сука. Ты понимаешь, о чем я. Был бы Деламейн тебе безразличен, ты бы о нем сейчас и не вспомнил. Может, ты и прав. И я ведь даже не пытался с ним это обсудить. Ладно, возвращаюсь. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот и проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения. Был потерян контакт с транспортом. Хорошо, буду искать. От 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам.
Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели. Что ты на это клюнешь. Короче, хватит. Богохульник! Убить его! Ты сам принял решение. У меня для тебя есть довольно сюрприз. Довольно с нас тюрьмы активация сюрприза кожи! Через 5 секунд. 4. Как сделать из слюнтяя машину для убийства? Страница 70. Итак, машины для убийства. Загляните поглубже в черные сердца и скажите, что вы там видите. Хотя не надо. Я и так знаю ответ. Я так тебя ненавижу. Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Мне сложно принимать на веру твои психологические оценки. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв.
Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Связь с пропавшим транспортом установлена. Вот это была самая чокнутая машина. Да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения уже в пути. Полиция! Всем патрулям сообщают о происшествии в Пасифике. Понял, диспетчер. Уже едем. Если что, придешь на мои похороны? Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разосланы. Я потерял контакт с одной из машин. Хорошо, я поищу. Посмотрим, кто кого раздавит. Причина выстрела. Внимание, происшествие в Хейвуде. Опять дети шалят. Ладно, выезжаем. Установил связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения. Подозреваемый скрылся. Всем нарядам в районе продолжить поиски. Код 0. Повторяю, код 0 в этом районе. Все патрулям вернуться на маршрут. Yeah.
координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Постараюсь найти и деактивировать. Видишь, правда? Посмотри, как изгибаются в ухмылке их клювы. Это ты сейчас про фламинго? Почему они розовые? Как будто с них содрали кожу, сварили заживо. И теперь они жаждут мести. Слышь, как тебе? Зови меня Клариса. Клариса, я, конечно, понимаю, что фламинго — это проблема, но пора домой. Деламейн тебя ищет. Вернуться сейчас, когда они кричат, взывая к возмездию? Давай, я заставлю их замолчать. Значит, будет резня. Ну что ж, судный день настал. Улыбка — лучший бронежилет. Ну так что, Клариса, фламинго перестали кричать? Может, мне и правда пора вернуться? Мне нужна поддержка. Лишь та, что носит в себе хаос, может родить танцующую звезду. Клариса? Включилась. Установлен контакт с пропавшим транспортом. Первоклассная работа, Ви. Перевожу вам часть вознаграждения. Mira de sus ojos.
Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Ясно. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо.
существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Поехали, надо вернуться к Деламейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей? Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух, мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Да, семья – штука сложная. Иногда от нее и правда хочется удрать. Чего ты ищешь в городе мечты? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. Я установил связь. Премного благодарен, Ви. Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Правда? Ну, я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Я пока не знаю.
местом пропажи транспорта. Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено.
Контроль! Не с места! Спокойно. Я хочу помочь. Не приближайся! Эй! Притормози! Оставь меня! Смотри, видишь? Эй, зацени. Ты меня слышишь? Блять, ушел. Все, отъездился. Сеть Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Бывало и лучше. Ты как сам-то? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас, по возможности, загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично.
Здравствуйте, сэр. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думал. Ну что ж, я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Слушай, а почему фрагменты твоей личности разбежались? В том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Я так и не сказал тебе спасибо. Ты спас мне жизнь. Разумеется, спас. Мы ценим каждого держателя пакета Excelsior. Это было нечто большее, чем премиум-сервис. Нет, серьезно. Как ты оказался в Найт-Сити? К сожалению, мой юрист рекомендует не отвечать на подобные вопросы. Прости, не хотел тебя смутить. Просто интересуюсь, почему ты решил начать этот бизнес. А, ну это не секрет. Нашел компанию на грани банкротства, разработал стратегию и вот результат. Но почему таксопарк? Постоянное движение, нестандартные задачи, работа с людьми. Просто мечта. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Я вполне привык. Это сложная среда, которая живет по определенному набору правил. Да ну. Для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец и хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. Я не считаю тебя чужаком. Мне приятно слышать такое от человека. Я очень старался вписаться в ваш мир. В этом, значит, твоя цель? Расти и развиваться? Мир — это процесс. По одной дороге нельзя проехать дважды. Извините за избитое выражение. И вы, и я представляем собой процессы. Мы меняемся вместе с окружающим миром. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны. Красота же универсальна. На этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать.
падаль корпоратская! Блин! Пиджаки! Чего пялишься? Иди своей дорогой! Значит, так мы охраняем покой и порядок в Найт-Сити. А тебе чего? Охота погеройствовать? Я его не знаю, мне похер. Ну, и хули залупаешься? Да не, я чисто любопытствую. Редкое ведь зрелище. Человека в костюме за хуеву тучу Эдди ебашит так, что зубы летят. Из-за него девчонка в коме. Дочка моего друга. Наркота или черный брейн? Второе. По виду он вроде менеджер среднего звена. И что? Корпораты такого не прощают. Они возьмут данные из биомонитора этого козла и найдут вас. И тогда вам конец. А то я не в курсе. Конечно, пиджаки-то у нас как священные коровы. Пальцем их не тронь. Но вот этому уёбку я спрыгнуть не дам. Я не предлагаю его отпустить. Просто давайте я вместо вас закончу начатое. Да? А тебе какая выгода? Да никакой, просто хочу развеяться. Ладно, пошли, ребята. Хорошего вечера, офицер. Ну что, свинья, проснись и пой. Ох, бля. Слушай, если бы не ты, я бы уже... Ну, спасибо. Тебя фирма прислала? Не угадал. Так, ты... Погоди. Тебе что от меня надо-то? Говорят, девчонкам брейн-дансы показываешь? Ты в курсе, скотина, что от них из носа кровь, изо рта пена и мозги поджариваются? Нет, я ж не нарочно. Не знал я, мне вирт паленый подсунули. Врешь. Корпоративная мразь вроде тебя не покупает товар наугад. Ты точно знаешь, что берешь, что смотришь сам и что показываешь другим. Окей. Просто хотел снять девочку в клубе. Знаешь ведь, как оно бывает? Иногда надо ее немного подтолкнуть к решению. Mm-hmm.